Всем привет! Пришло время и передней подвески. Отпечатал вот такие вот элементики. Вот вместо вот таких вот здоровых, вот таких здоровых родных. Видите, и поуже. Вот так. Сейчас просверлю, пройдусь, потому что немножко, когда печатается, все равно усадка пластика есть, и надо обязательно будет пробежаться, и потом начнем собирать. Болт будет стоять 3-миллиметровый. Здесь изначально я сделал размер 3,2, но немножечко усадочка есть, поэтому надо просверлить. Здесь будет болтик троечка, но так как мы не будем использовать гайки, размерчик здесь 2,8. Соответственно, также прохожу сверлышком 2,8, чтобы просто, когда мы будем закручивать, их не разорвало, не треснули они. Ну, тут чисто так вот, никаких усилий нету. Так, а вот здесь у нас будет болтик 2,5. Соответственно, сверлышком мы пройдем 2,3. Ну, на 2 единички минусом, потому что на резьбу шел как раз осталось. Все. Предсборочный этап пройден. Так. Ширина элементов у нас 12 миллиметров. Ширина элемента у нас 12 миллиметров. Вот здесь мы используем потайной, потому что у меня нету такой длины. У меня есть 2,5 миллиметра, только на 10 болты, а нам надо 12, поэтому берем потайной, все закручиваем, и все. И вот такой вот не видно, а здесь будет рессорина. Дальше этот элемент тыкается у нас вот сюда, вот так будет ходить, вот. И болт отсюда будет сквозной, но я его буду ставить с обратной стороны, чтобы внешняя сторона была такая гладенькая и особо ничего не видно. Вот, поэтому сюда мы ставим уже болтик на болтик 3-миллиметровый с внутренней стороны также 12 миллиметров. Вот эти элементы будут работать намного лучше с качалкой, потому что будут и пружинить как бы на рессоре, и плюс еще ходить на серьге. Элементы небольшие, вот. Я вижу за пластик, ну, ценник чисто символический такой, 100 рублей. Можно, конечно, и поменьше, но это уж когда в комплект с чем-то пойдет. А так, для развития канала, я думаю, что 100 рублей не деньги. Вот, можно заказать. С болтиками можно за 150. Ну что, ставим рессора по длине. Такая же, как осталась от задней, поэтому передний пока не ломаем, и делаем, значит, тестовую из задней. Передний пока остается стоковый.
Вот, попробуем. Сейчас все загнем. Вот, прикинем место под установку. Можно вот так вот наживить для примерок. Вот. И опять же, вот эта подвеска, которую я сделал, ее можно вот здесь на 5 миллиметров регулировать повыше и пониже. А для чего так сделано? Для того, чтобы потом, когда заднюю подвеску будем устанавливать, сделать, чтобы на одном уровне был и вперед, и зад. Так что сейчас наживляю. Смотрим, что и как. Вот так это будет ходить. Просто я переживаю, что может рессоры не хватить. Так, того кусочка, что остался у нас от задней подвески, его маловато. Потому что она чисто будет играть на своей жесткости, как говорится. А нам надо, чтобы работала еще и серьга. Вот видите, как в эту сторону, только она должна у нас работать туда, вперед. Не знаю, может быть, элементы надо местами поменять, но это, как говорится, уже... Не знаю, как правильно. Надо посмотреть будет, как подвеска должна быть устроена. Куда серега вперед или назад должна смотреть. Вот, так что сейчас попробую согнуть заводские передние. В принципе, мы что делаем? Мы делаем колечко здесь, чтобы просто болтик держался. И все. Вот, потому что они у нас должны быть зафиксированы на жесткое. И не как ВПЛовское. Одна зафиксирована, вторая вот там гуляет. Вот. Не как ВПЛовская, одна часть зафиксирована, другая гуляет. А нам надо, чтобы обе были зафиксированы и играла только на серьге. Так что посмотрим, что сюда поставить. И, соответственно, все дело я вам озвучу.